мне кажется, на диетах я сижу уже всю жизнь. Только одну пройду, кажется, ну не помогла. Где-то уже другую подгляжу. Наверное, надо на ней посидеть. Посижу на другой. Просто мне интересно, что быстрее, какая диета быстрее принесет результат. И в этом замкнутом кольце как бы я не могу даже себя остановить. То есть вот вижу новое, и все, и мне надо скорее это попробовать. Худеть можно по-разному, но имейте в виду, не все диеты одинаково полезны, а некоторые откровенно опасны. Как же избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья? Попытаемся выяснить это на примере уксусной диеты, одной из самых жестких и самых первых, коим прибегло человечество. Вместе с Натальей исследуем реальность и разоблачим мифы. Уксус до, после и даже вместо еды. На что только не идут люди, желая стать хотя бы на пару килограммов легче. В погоне за стройностью они готовы на любые самые немыслимые эксперименты. Проглотить живого червя? Почему бы и нет? Заменить пищу сном или того пуще целый месяц питаться одним только солнечным светом? Согласны. Но каждый втайне, конечно же, мечтает ни в чем себе не отказывать. Принять после еды какой-нибудь волшебный напиток и худеть, худеть, худеть. С такими пожеланиями фитнес-тренер, а по совместительству еще и специалист по питанию Регина Кутузова, сталкивается едва ли не каждый день. Человек всегда хочет найти какое-то средство, чтобы похудеть быстро. Вот. Но, как правило, так не бывает, потому что и я всегда всем советую, что нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго, чтобы ты похудел и остался в этой форме на долгое время. Есть сейчас очень много разных коктейлей для похудения, так называемых. Их можно готовить самостоятельно. Но ни один коктейль не поможет вам похудеть, если при этом вы будете переедать, если вы будете перебирать свою дневную норму калорий. Стоп! А как же тогда знаменитый чудодейственный напиток Клеопатры? Говорят, любительница много и вкусно поесть, она выпивала после каждого ужина целый кубок разбавленного уксуса. Оттого-то и оставалась всегда стройна и грациозна. Неужели и это ложь? Мы не знаем на самом деле уж, положа руку на сердце, какой действительно была диета царицы Клеопатры. Это опять-таки тоже, это в большей степени миф и предание и так далее. Уксусная диета сама по себе, чтобы про нее не писали ее адепты и сторонники, она может у относительно здорового человека спровоцировать очень тяжелые осложнения. Люди, которые вот садятся на уксусные диеты, они частично теряют массу тела, но нужно понимать, почему они ее теряют. Не потому, что мы, сбалансировав диету, ограничили избыточное поступление определенных продуктов, сбалансировали нагрузки, а потому что, по сути дела, человек начинает сам себя травить уксусом. И это приводит к тому, что нарушаются обменные процессы в организме. И, по сути дела, мы получаем не физиологическое снижение массы тела, не нормальный процесс, а мы приводим пациента к болезни. На самом деле, понять, насколько эффективно уксусный напиток борется с лишним весом и борется ли вообще, очень просто. Достаточно поместить в кислый раствор, например, кулинарный жир. И что мы видим через сутки? Да ничего, жир на месте. Выходит, принимая это чудо-зелье, избавиться можно разве что от здоровых органов, но никак не от ненавистных килограммов. Представьте, уксусный эликсир сразу после еды попадает в ваш желудок, ну, якобы для того, чтобы расщепить вредные жиры и углеводы. Но вместо этого уксусные кислоты смывают защитный слой, оберегающий стенки желудка от воздействия агрессивного пищеварительного сока. Он разъедает мягкие ткани, испещряя их множеством язв. Начинается химический гастрит. Примерно через месяц употребления этого напитка нарушается кислотно-щелочной баланс в крови. И вот тогда уже под угрозой оказываются и печень, и почки, и даже сердце. Долгое время люди видели в уксусе не только панацею от лишнего веса. Это современные худеющие. Кислому раствору предпочтут скорее овощное многоцветие.
Сегодня популярны диеты тыквенные, морковные, кабачковые и даже кукурузные. Но еще 100 лет назад все эти низкокалорийные продукты перед употреблением в пищу обязательно вымочили бы в уксусе. В этом заключалась знаменитая диета лорда Байрона, к которой долгое время прибегали и мужчины, и женщины в надежде добиться столь модной в эпоху романтизма благородной бледности. К своей цели представители века 19-го двигались с завидным энтузиазмом, анемия в прямом смысле слова налицо. Но страшно даже представить, чего им это стоило. Было множество еще и ароматических средств для придания бледности. Например, если понюхать поры серы, то появлялась такая бледность, граничащая с желтизной, и фиолетовые круги под глазами. И, в общем, многие, да, перед тем, как отправлялись на какое-то важное, значительное мероприятие, собирались разными способами. Для того, чтобы бледность рук организовать, необходимо было следующее сделать. Нужно было поднять руки высоко вверх и в течение длительного времени и им вот так вот трясти. И тогда кровь из рук оттекала, и руки были бледными. И еще в большой моде были заплаканные глаза. Для этого дамы плакали специально, чтобы создать подходящий такой образ. И еще закапывали в глаза белладонну. Потому что белладонна – это красивая женщина. У нее огромные зрачки появлялись, блеск появлялся очень необычно. Это было очень модно. Сегодня в моде красота естественная. Эффект фарфоровой кожи, идеально гладкой, белой, чуть подсвеченной розовым румянцем – мечта многих женщин. Серу современные барышни, конечно, не нюхают, но для выведения пигментных пятен и отбеливания лица они по-прежнему используют уксусные примочки. Ведь похудеть в современном контексте – это не только избавиться от лишних килограммов. Это значит стать прекраснее в общем и целом. Ни для кого не секрет, что потеря веса нередко влечет за собой круги под глазами, дряблость кожи и появление множества мимических морщин. Приготовленный в правильных пропорциях уксусный состав, по мнению многих экспериментаторов, неплохой помощник на пути к прекрасному. В уксусе, несомненно, есть спектр очень полезных витаминов для жизнедеятельности человека. Это и кальций, и железо, и фосфор, группы витаминов В. Но к уксусу нужно относиться с особой осторожностью. Есть у меня одна клиентка, я имен не буду называть, которая в одноклассниках, вот расскажу пример, который был 3 года назад, прочитала какое-то средство на основе уксуса и соды. В общем, я не знаю, как она это наносила, что она смешивала. Через несколько дней она мне с криками, она находится в другом городе, плачет, звонит, помогите, что мне делать. В общем, ужасная аллергическая реакция, сильнейший ожог, теперь аллергический дерматит. Человек не может ни подобрать себе косметику, практически на все идет реакция. Поэтому использовать такие вещи не рекомендую. Чтобы не быть голословными, проведем еще один эксперимент. Поместим яйцо в уксусный раствор. Что мы видим? Уже через несколько часов он практически полностью разъедает скорлупу. Что уж там говорить о нежной коже лица. Наша кожа подобна многоэтажному зданию. Первый этаж – эпидерма, второй – дерма и третий – гиподерма. А теперь представьте, слабым уксусным раствором вы поливаете верхний этаж этого строения. И хорошо, если ваша проблема лежит на поверхности. Но что, если она прячется глубже, на втором или на третьем ярусе? Чтобы добраться туда, раствор должен быть более концентрированным. В этом случае ожога не избежать. Уксус повредит все слои, и вот тут уже понадобится хирургическое вмешательство. С лишними килограммами и цветом лица мы худо-бедно разобрались. Но что же делать с ненавистным целлюлитом и просто предательски обвисшей кожей? Если бы мы жили в веке 19-м, подобных вопросов, наверное, не возникло. Популярный в то время доктор Кнейп произвел в медицине в прямом смысле слова революцию. Обертывание из яблочного уксуса он назначал при любых болезнях. Лечение заключалось в следующем. Пациент запасался одеялами. Его тело распаривали и начинали обертывание холодным уксусным раствором, после укутывая 5-6 одеялами. В этом коконе пациент возлежал не менее 8 часов, мерз, потел и в итоге избавлялся не только от целлюлита, но и от множества других недугов. Уксус работает по соотношению натрия и калия, вот эти два микроэлемента, участвующие в метаболизме, да, человеческого организма, выравнивают кислотно-щелочной баланс, и за счет этого
собственно, уксус и пользуется своими лечебными свойствами. При борьбе с целлюлитом, для профилактики целлюлита, мы наружно его применяем либо в виде растираний, либо в виде обертываний. Есть такие холодные обертывания. И мы берем пропорции 1:1. Я не могу сказать, что вы сразу за неделю почувствуете разницу. Но это и будет очень естественный процесс, укрепляющий не только проблему вашу, но и организм в целом. В доказательство проведем еще один опыт. Попытаемся вывести жирное пятно с ткани. Пропорции 1:1 готовим уксусный раствор и наносим его на пятно. Оставляем на час. Застирываем, сушим. И вот результат, пятно исчезло. Вывод напрашивается сам. Проникая глубоко в ткань, уксус способен бороться с жиром. Неправильное питание, вредные привычки, гормональные сбои приводят к нарушению обмена веществ и, как следствие, образованию так называемой апельсиновой корки. Избавиться от нее еще сложнее, чем от лишнего веса. Не помогут даже физические нагрузки. Воздействовать надо непосредственно на пораженные участки тела, что, собственно, и делает раствор из яблочного уксуса. Фруктовые кислоты разбивают шарики с жиром и выводят его наружу, стимулируя выработку коллагена и эластина. Бугорки на поверхности кожи разглаживаются, эффект заметен уже через 2-3 недели. Такие опасные диеты, как уксус, ну, я считаю, что они просто неоправданы. Мне кажется, что это ты скорее калечишь свой организм, нежели делаешь его лучше. Лучше питаться нормальной полноценной пищей. У уксуса, несомненно, есть свои плюсы. Яблочный, винный, рисовый – он разнообразит привычные повседневные блюда, делает вкуснее пресные овощные салаты. Но как использовать и использовать ли уксус вообще – дело самого человека худеющего. Главное – в борьбе за красоту обойтись без жертв.